Пермь провинциальным городом не назовешь. У нас промышленность, образование, культура. Один только пермский балет чего стоит. Но вот беда, по центральным улицам гуляют козы. На пятачке между улицами Екатерининская и Ленина домашние животные устроили пикник. Сначала их заметили проезжающие автомобилисты, затем работники заправки, вблизи которой рогатые устроили променад. Но коз никто отгонять не стал. Пусть гуляют. Правда, возникает вопрос, а где же пастух?